Мужчина, вот все деньги оплачивали, регистрация прошла. Почему вы не отпускаете? Давай, давай, Юрий, Юрий. Куда? Куда? Деньги оплачены. Я хочу полиция оказать, вы мне начинаете тут прорываться. Да вы все равно сейчас их будете сажать. В чем проблема? Почему такая принципиальность, девушка? Ну, я не знаю, относитесь как к людям, а не как к животным. Я просто не понимаю. Вы бы работали когда-нибудь, все вы поняли, что опаздывать не стоит. Мы же не виноваты. Я не работала, я сажала, у меня было куча времени. Сразу всем говорила, 5 минут осталось, 4 ну, минуты. Вы все ходили, принимали решение. Так что давайте мы не будем искать виноватых. У вас было я время принять за решение. Минуту. Почему вы меня не пускаете? 5 человек что... остался. Неужели вот пожалуйста. Дайте пройти, вы же... Куда едем? Ну, бывают же обстоятельства, вот какие-то нелепые. Ну, не хватило деньги на карту. Через 20 секунд я оплатила. Ну, просто что... Вот люди стоят, вот сейчас самолет идет. Почему нет времени? Дец, вот сколько человек. И никого не пускают. Хотя сейчас ведут в самолет вот этих людей. Просто вот. Просто не пускают, но идут сейчас в самолет, могут депортировать. Понимаешь? Пиздец какой-то. Я не могу, если авиакомпания не взяла, значит не взяла. Все.